привет! С вами снова я, Саша Борода. Сегодня у меня в руках увесистый, стильный и очень антуражный набор для игры в покер. В комплект этого набора входят алюминиевый кейс, фишки разного номинала, кости, игральные карты и фишка дилера. При распаковке мы заметили, что кейс бережно упакован в пленку с пупырышками. Но не спешите ее выбрасывать, она может пригодиться вам в процессе игры. Так как я жене-то скажу, что дом проиграл? Так ты дом вместе с женой проиграл. Фух, ну тогда оставлю еще машину. В комплекте нет правил для игры в покер, поэтому их вам придется осваивать самому. Извините, мужчина, а вы не подскажете правила игры в покер, пожалуйста? Ну а ты не умеешь играть? Нет. То, давай покажу. Вот, а это называется флэш. Спасибо, учитель. Так, пожалуйста, завтра приходи с деньгами. Если вы решили поиграть со своим отцом, то запаситесь терпением. Так, сын, а какой там у нас козырь? Пап, вообще-то это покер. Это может быть тебе покер, а мне не покер. Говори, какой козырь покер ему. При игре в покер всегда найдутся такие ребята, которые никому не доверяют тасовать колоду. Слушай, а давай-ка в этот раз я помешаю, а то намухлюете, знаю я вас. Ща нормально помешаю. Ща. Ща, говорю. Ща будет. Вот ща нормально будет. Да ё-моё! Кстати, будьте осторожны с шулерами при игре в покер. Так, погоди. Это что у тебя в рукаве, карты что ли, а? Мухлевать собрался. А ну показывай все, что у тебя есть. Да. Шахматы. Домино. Кукла. Кукла-то тебе зачем? Ну я не знал, в чем мы конкретно играть будем. В покере можно хорошо научиться блефовать. Этот ценный навык поможет вам в обычной жизни. Здравствуйте, у вас колбаса свежая? Свежая. Прям свежая-свежая? Прям свежая-свежая. А дайте палочку тогда. Да. Спасибо. Не за что. И помните самое главное. Чем выше социальный статус игроков, тем опаснее игра в покер. Дорогие хабаровчане, у меня для вас две новости. Первая. Пара на вольтах не самая выигрышная комбинация против стрита на флопе. А вторая, вы теперь провинция Санчжоу-Ци. Поздравляю вас с новосельем, Санчжоу-Цинцы! Спасибо, с вами был Саша Борода. Играйте в настольные игры.